Я пришла в вольер к серенькой троице. Это очень пугливые брат, сестра и еще одна сестра. Собачки из одного помета. Им уже, думаю, не меньше 7 лет. Живут в приюте для животных Сириус Киевской области. Собаки, к сожалению, не пристраиваются, потому что очень пугливые и не очень социальные. Мы с ними знакомы уже 4 года. Смотрите, как все равно побаиваются. Брат вышел. Две сестрички тоже. Приятного аппетита вам, дружочки. Тут у нас соседний вольер. Моня спит. Муся на солнышке греется. Чернуша бегает. Ешьте.